Здравствуйте, меня зовут Карина. Мне 16 лет на данный момент. Я из Украины, из Одессы. На данный момент проживаю в Великобритании, в небольшом городе Халл. В основном я рисую. Я занимаюсь творчеством, ну, почти с рождения. Я вначале была самоучка, потом пошла в художественную школу, ну, такую при школе. На данный момент я недавно вот сдала 10-часовой экзамен в Британии GCSE по искусству и фотографии. Занимаюсь еще, периодически пишу небольшие истории, придумываю персонажей, разрабатываю. В будущем планирую писать книгу и хочу полностью так иллюстрации нарисовать. Меня привлекают иллюстрации очень. Еще я занимаюсь косплеем. Не то чтобы прям профессионально, для себя просто, но планирую выкладывать тоже куда-то, как только, ну, больше освою. Периодически танцую тоже для себя. В общем, вы очень творческая личность, да? Но так как я тоже из Одессы, я знаю, что Одесса мама, она плодит и размножает таланты и потом раскидывает их по всему миру. И вот вы оказались в Великобритании. А это Англия? Я просто не знаю название этого города. Это Англия, да? Насколько вы далеко от Лондона? Ох, ну, недавно ездила в Лондон. 3 часа на поезде. 3 часа на поезде. Как вам Лондон? Какие впечатления от Лондона вы получили? Столица просто прекрасная, люди очень красивые, такие интересные. Вот если в небольших городах люди, ну вот, обычные, то в Лондоне очень, скажем так, разношерстные. И стиль более отличный от небольших городов. Очень красивая архитектура, прям здания там есть с граффити даже, очень тоже красиво. И очень техника. Что в Англии вам точно 100% есть чем вдохновиться. Да. Да, это же такая история вообще длиной в тысячелетия. А скажите, пожалуйста, вот ваше хобби сегодня, фотография, если можно это назвать хобби, тот же косплей, художественное искусство. Вы это планируете оставить себе как профессию? Какие у вас планы на будущее? Я хочу выбрать профессию, которая будет связана как-то с искусством все-таки. Я думала, можно пойти на архитектуру, потому что меня увлекает архитектура, и это как бы привносит, ну вот искусство можно привнести в какой-то степени. Еще думала, если мне так действительно нравится и психологический аспект в искусстве, как подбирать цвета, допустим, это же можно пойти и начать заниматься психологией и арт-терапию ветку, как бы. Вот. Такие планы. Вот такие планы. И, да. То есть, это то, с чем вы точно 100% сможете связать свою жизнь. И, как говорят, да. Да, если ты хочешь не работать, то делай то, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни, да? Будем идти по этой стезе. О чем вы мечтаете? Вообще, так как я создаю истории, то я очень хочу сделать книгу, полностью написать книгу и к ней иллюстрации. Но вообще я же много историй создаю. И вот если прям не книгу, то возможно попытаться продвинуть как мультсериал какой-то, чтобы на какой-то студии работать. Даже вот если сценаристом, то тоже как бы концепт-арты персонажей подготовить и вот сценарий написать, допустим. Я сейчас задам сложный вопрос. 24 февраля 2022 года. Где вы были? Я была дома. Я абсолютно... Ну, вот, это было очень неожиданно, то, что произошло. Я собиралась в школу. Я думала, что буду рассказывать. Я переживала, что мне надо было сдавать стих по украинской литературе. Я очень переживала. И вот внезапно так получилось. Неожиданно. Как долго вы ждали, прежде чем вы попали в Великобританию? Ох, ну, вначале было время где-то в марте,
папа отправил, сказал, ну все, если вы так нервничаете, то давайте. И мы вначале выехали в Молдову. Никто даже не думал про Великобританию, вот совсем. Не было даже планов. Мы просто думали, ну там, отсидим 2 недельки, образно говоря, и вернемся домой. Но как-то тянулись не 2 недели, затянулось на 3 месяца. И вот мама нашла программу для беженцев, как попасть в Великобританию. И вот мама, ну, я учила английский уже на тот момент, и мы решили, что, ну, да, думаю, можно. Вы почти, ну, скоро будет год, как вы в Великобритании. Да. Да, я интервьюирую большое количество людей, не только студентов, но и взрослых. У меня есть свои проекты. И очень скоро, или мы уже, каждый из нас, или отметил уже годовщину, те, кто уехали, да, или вот-вот собираются отметить эту годовщину. Да. Вы не думали, что вы можете такое проводить для подростков, таких же, как и вы, какие-то арт-классы? Ну, в волонтерской, думала. В волонтерском движении. Мне, в принципе, и психология, и арт-терапия близки. И вот я, ну, когда-то была такая мысль, что можно было бы создать какую-то свою студию и заниматься, ну, либо с подростками, как я, либо с детьми, потому что, ну, меня интересует искусство, и мне хочется делиться со всеми. Вы планируете вернуться в Украину? Ну, это очень сложный вопрос, потому что, да, мне очень нравится Одесса, это все-таки мой родной город, и вот я думала, что действительно, если, ну, вот, я украинка, это вот часть меня, часть моей культуры, и как бы мне бы хотелось, если в чем-то и преуспеть, то в Украине. Спасибо вам большое за это чудесное интервью, которое даже сложно назвать интервью. У нас был просто прекрасный, очень честный разговор. Я вас благодарю за откровенность.